Привет. Эд Реборн, меня уже очень давно просили сделать реакцию на канал Валеры Гостера. Сегодня у него как раз-таки вышел новый ролик, называется «Гоняюсь за лысым 2». И судя из названия, это есть у него первая часть на канале, которую я не смотрел. И вообще я не знаком с его контентом, не знаю, что за контент он делает, но походу, насколько я понимаю, он связан с играми. И, друзья, если вам нравится этот канал Валера Гостер, если вы хотите видеть от меня реакции на его контент как можно чаще, давайте ставить лайки, подписываться на канал. Ну и буду смотреть из активности, продолжать мне делать реакции на этот канал. Что-то как-то много слова канал. Или не продолжать. Короче, все зависит от вас. А теперь давайте глянем ролик. Надеюсь, будет что-то интересное, потому что, как я уже сказал, с его контентом я не знаком. Погнали. Вот сижу я такой на стуле, читаю комментарии, а там все такие: вышел лысый новый, блин, снимай. А я такой: опа, смотрите, что умею. Симулятор присмотра за пузожителем 2. Как обычно, снова нянчится с этим лысым анимешником. Кто там? Что тебе надо? Эй ты, через 5 часов я сделаю все, следи за пацаном. Буду всем. Люблю, целую, до свидания. Я знаю, что сделать без тебя, я уже с ним выживал. Мы с этим лысым друг друга уже... Так он уже не лысый. Так. Парень, что с тобой сделали? Парень? Это больше на девочку похоже вообще. Сайтама, ты шо? А чё она так следит за ним? Мне страшно, не смотри на меня, блин, глаза такие из-под лобья, как будто, блин, демон смотрит прямо тебе в душу. Втирал в голову. Я был уверен, что ты был пацаном, потому что я когда пеленал, ты... Я... Так может это просто другой человек, другой ребенок. Я не мог ошибиться. Или я что-то не понимаю в сортах детей. Хотя, надеюсь, от него избавились, потому что он был какой-то бракованный. Куда он смотрит? Это страшно! Немного. Он такое чудил, ты бы знал. Ла. Мадмуазель. Я не знаю, потому что я не видел. Как вас назвать-то? Похоже на эту неадекватную зубастую с в поисках Немо, которая Дарла. Дори? А, это что ли? Помню, помню. Дарла. Похоже, о, кстати, да. Нифига себе, я даже не вспомнил бы, если бы он не показал. Дарлочка. Говорят, девочки поспокойнее, поэтому сейчас покормлю тебя просто, и все нормально будет, да? Проблем с тобой не будет, да? Оп. Ну пока сидит. Что так. В холодосе? В холодосе, как обычно, только пососать у нас остается. Причем. Ты забыл разогреть молоко, блин, нельзя холодное молоко ребенку давать. Даже не мне. Я сейчас думал, блин, она куда-нибудь денется, она на него так смотрит, реально, как будто хочет убить. Ты что мне принес? Давай вискарь. Кто это хочет кушать у нас, смотрите. Какие голодные глаза. Есть будешь? Проблема. Квесты. Найдите маску. Ну да, кстати, маску? Масочку. Точняк. Какого фига без маски сидишь? Дистанцию соблюдаем. Надо ей маску найти. Пойдет? А, это не это... А, давай, как бы маска, ну типа нормальная. Не с того места, но пойдет. Маска. Из бумаги скрутить я тоже ей, наверное, не смогу. Вряд ли. О, что? А, вот эта маска. Это маска, серьезно. Для... Как она? Как она будет есть через эту маску? Через глаза. Какой-то. Вы посмотрите на эти глаза. Маска. Жесть. Каннибал Электро, ёбки. Каннибал Электрол? Электрол? Что? Как теперь есть? Зачем он ее положил на стол? Что же это за... Она что, сожрала быстро все с бутылкой и обосралась? Звук был такой. Как я тебя и накормил? Через какой рот? Так, походу, этим отверстием мы и воспользуемся, судя по звуку. Ужасно, просто... Ты как обращаешься с ребенком? Это ужасно. Я плохой нянь. Извиняюсь. Ой, ой, все. Что, обосрешь? По старой схеме, как с Сайтамой. Я уже готов к летающим трусам, так что меня уже ничем не удивить. Летающие трусы? А! Куда она делась? Ага. Ты кто такой? Я пеленать, что ли? Что это за техника Наруто перевоплощения в енота? На тебе масочку. Тануки. Оденьте, пожалуйста. Не переживай, оно чистое. Сначала ты превратился в девочку, да? Теперь в енота. Одевай подгузник. Что ты ноги сам, да? Растопырил? Да он уже готов. Просто не кота нужно этого переодевать, а... Ты еще более неадекватный, чем Сайтама. Я понял, жопа настолько грязная, что она просто прилипает к любой поверхности. Она до сих пор срет. Будешь... А, нифига себе, он ей скормил еще и трусы, она просто сразу перестала срать. Нифига себе, блин, вот так бы работало все это в реальной жизни. Чистая жопа там сидит. Так, и почему ты не отвалилась, у тебя же уже чистые трусы. Как мне тебя сбить? Стулом в нее, стулом! Да подожди, я пытаюсь помочь, не плачь. Так, ну похоже, это не енотом надо делать. О! Главное, не переживай. Это всего лишь тяжелый огнетушитель. Что может быть не так? Что, сама решила слезть? Ну, это правильное решение. Ой.
Положите Бабибона в кровать. Изи. Ты уже взрослая, ты должна сама ходить. Давай, ножками перебирай. Вот сейчас я тебя ходить научу, да? А потом съезжай нафиг отсюда. Вот такой ты должен быть. Понятно? Какой ты раньше был хорошенький, желтенький. Ля, как уже сама идет в кровать, смотрите. Фига себе, блин. Все, спокойной ночи. Удобно? Что у тебя с глазами? Тебе там ничего не давит маска, нет? Они будто сейчас вывалятся. Положить Тедди в кроватку тоже. А, ты без Мишки не спишь. Тебе вообще нормально, нет? Но это же не так Тедди, это какой-то енот. На. Это тануки. Куда дочь? Что там происходит? В смысле? Что ты орешь? В смысле? Ну вот тебе Тедди. Вот он же. Кот. А, это... Кот! Не похоже это на кота. Кот, это даже не енот. Put Teddy to... Так кот, это не кот. А что такое кот? Кот же это кэт. Put to. А, вот этот Тедди. А будет у тебя целая толпа. Turn наконец-то я out, уложил чё? Ее спать и могу поиграть в нормальные игры. О, господи. Да что? Что слу... Фига себе, он огромный стал. А куда она делась? Он ее сожрал. Выплюни ребенка. Она из тебя плачет? Ты что, сожрал, что ли, девочку? Ты что творишь? Угол, как достать? Он что-то, чувак, похож немного на Хесуса. Девочку из енота. Повторите. Что повторите? Помогите. Понимаю. Назовите имя. Как достать волосатого Сайтаму из енота? Показаны картинки по вашему запросу. Ой, жесть. Вот так прям и достается? Короче, с помощью гугла, огнетушителя и тостера я достал все-таки ее изнутри. А почему он все равно моргает? Пока ты со мной, не стоит бояться этих барсуков. Со мной ты в безопасности. Прости, голова не болит? Да ей пофигу, она под чем-то походу, блин, такие зрачки расширенные. Это болит, это гоночный автомобиль. Смешно. 2 часа спустя. Так. Снова кормить, что ж он такой прожорливый, я-то. Куда делось-то чудовище маленькое? Так, слышишь, бобёра, кого ты решил обмануть? Думаешь, не замечу и покормлю? Ага, сидишь, что смотришь? А не рано ли такое смотреть тебе? Есть будем сейчас. Ты смотри на ее маску, блин, мне кажется, это любимый ее фильм. Честно? Сегодня у нас на ужин, как обычно, твое любимое блюдо. Куда он делось? Так, в смысле, а есть? Смотрите, енот сидит, жарится. Еще так смотри. Такие глаза, как будто он обосрался. Ёшки-матрёшки, дебил, неадекватный. Иди в печь. Все, остудись, короче. Не стучись там. Сидишь? Чай тебе устрою. Давай ешь, что зря готовил. Нифига, она улыбается через маску. Это так стрёмно. Наелась, и сейчас я полные штаны. Только не летающие трусы, пожалуйста, только не летающие трусы, только не летающие трусы. Что происходит? Почему это так страшно? Куда он побежал? Жулик, не воруй! Это неожиданно. Давайте поможем Даше вернуть ее трусы. Нет, кстати, это не может быть, у меня просто беда с головой. Я... О, здорово. Вот так, да, значит? Хоррор с трусами, привет. А, господи, ты что делаешь? Я чуть не пересрался. Обдолбанный воробей, какого хрена? Больше на какую-нибудь сороку или ворону похоже. Тихо, тихо, не ори, маман звонит. Эй, я немного задерживаюсь, у вас там все в порядке? Да у нас круче всех, что это такое? Это что, пожар? Нифига себе. Там на сигнализация? Нет, мы просто с енотами готовим... А сколько тут это много? Но теперь ты не копатыч, теперь ты копченый. Успехов и удачи. Да я не... Откуда их столько? Пису тебе... Они там что, это что ли, за кадром того? Твоего мишку. Правда, он немножко medium rare, прожарки. В целом, что это за петух постоянно вылезает? А, это не он не сам добавляет, это он в игре прям? Че за бред? Че за игра такая странная? Петух. Ну все, животные, за Тедди и двор сбиты в упор. Так. Фига он этот финал. О, типич... Что? Что происходит в этой игре? Конечно, детский утро. Так, все, слышите, собирайся домой, я кому говорю. Я тебе говорил больше с ними не общаться. О, давайте по домам, расходимся все. Вон. А ей это нравилось, походу. Счастливая такая. Поиграйте в игры с ребенком. С этой сатанюгой я буду только в одну. Она раздолбала всю квартиру. Игру играть. Все, теперь ты
Отправляешься в детский дом. Кексики и повары, угадайте, кто есть кто. О, твои приперлись. На... Я чуть не пересрался. Наконец-то. Так, что это там будет сейчас? И мне страшно что-то. Дьявол, ты здесь шумишь? Это к тебе вопросы, кстати. Все? Это что? Не понял. А что такое? А, все? Что-то какой-то странный конец. Выигры... Но это очень странная игра. Я вообще таких не знаю. Что? Да как она называется? Тут написано? Нет. Напишите, пожалуйста, в комментариях, друзья, как называется эта игра. И вообще, мне контент прям очень понравился. И я бы хотел его продолжить снимать. Но все зависит, друзья, только от вас. Будет много просмотров, много лайков. Продолжу снимать прям без вопросов, потому что мне прям реально дико зашел его контент. Это очень смешно. Давно я так не ржал. Спасибо большое гостеру за этот видосик. Но если вам понравилась моя реакция, ставьте под ней лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. А с вами, как всегда, был Реборн. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.